13 февраля на 66-м году жизни скончался Анатолий Павлович Головков. Вся его карьера связана с Ивановской областью. Более 15 лет он проработал в строительной отрасли, затем посвятил себя госслужбе. С 2006 года по 2012 Анатолий Головков возглавлял региональную службу по тарифам. Соболезнования родным и близким покойного выразил губернатор Михаил Мень. Гражданская панихида состоится в пятницу 15 февраля с 14 до 15 часов в Большом ритуальном зале на улице Парижской коммуны, дом 145. 5А.